благословят тебя боги, и пусть земля содрогается под твоими шагами. Спасибо, конечно. Подайте Септим рукой, не обеднеет. Да хранят тебя боги в битву, друг. Спасибо. А ты чего мне скажешь хорошего? У меня много срочных дел. Что тебе нужно? Чудесный дом, любовь моя. Если не возражаешь... А? Здравствуй, любовь моя. Думаю, у тебя было немало приключений. Да, любовь моя, тебе что-то нужно? Мы получаем небольшой доход. Вот, это твоя доля, любовь. Захотелось угостить тебя чем-нибудь. Завтра?
честь снова видеть тебя там. Для меня честь снова видеть тебя там. Тебе нужно, мой танк? Если тебе нужны оружие и доспехи, иди к Бейренду, в мрачный замок. Он очень хороший кузнец. Дракон напал на рощу Ки. Почему? Почему там? Неужели... Тайное оружие каждого легионера всего 3 слова. Ульфрик мертв, его армия разбита. У меня для тебя особых заданий больше нет. Подозреваю, однако, что у богов на твой счет свои планы. Вместе с тем в холмах еще остались тайные лагеря мятежников. Если наткнешься на них в пути, убивай. Надеюсь, они скоро устанут сражаться и разойдутся по домам. Если же нет, придется уничтожить их всех. Нет, пожалуй, я в Скайриме всерьез и надолго. Вряд ли я когда-нибудь привыкну к морозам или пойму этих распроклятых нордов, но я научился их уважать. Скайрим суров, он быстро высветит в каждом его истинное лицо. Самые отчаянные из мятежников еще долго не угомонятся, но в большинстве своем народ желает мира. Только есть еще и Талма, и что-то мне подсказывает, что мир с ними долго не продержится. Но это останется между нами, хорошо? Выполняю.
если хочешь поговорить. Да днем-то мне вредно для здоровья. Я же вампир. Как вампир. Вождь, Горол угрожает отправить меня работать в шахту. Мы Ты же не позволишь мне запачкать воинов, мои нежные ручки. Но за время скитаний я увидел, нет, жена, что храбрость тебе есть бывает чем порадовать раз. Вождя и помимо мастерства горняка. Ты говоришь с Бургуком, вождем душник Яла. Как насчет проверки? Твои мускулы против моих. Победитель берет у побежденного 100 монет. Это будет добрая разминка. Пошли. Ну давай, посмотрим, дай чего ему. Ты стоишь. Бей их. Ничтожество! Вот это будет зрелище! Я покажу тебе настоящий бой! Oh, shit.
новый бой принесет тебе победу. Мы почитаем храбрейших воинов. Но за время скитаний я увидел, ты сегодня что работала в кузне, рана. Твои мускулы окрепли от ковки металла. Правда, мой вождь? Нравлюсь ли я тебе так, чтобы быть вместо Шел с тобой на перу? Подкрепи свои слова делом. Ни слова, Шел. Я вождь и буду делать, что захочу. Обрати свой огненный взор на наших врагов. Вот именно. Нет, но не на меня. Я коваль, жена Бургука. Я кую все, что нужно для крепости. Это хорошо. Ты говоришь с Бургуком. Вождем душник. Да, я заслужил этот титул, убив своего отца в честном бою. Однажды у меня будет сын, который бросит мне вызов, когда я стану слишком стар, чтобы вести свой народ. И в крепости появится новый вождь. А до тех пор я единственный, у кого есть право иметь жен и детей. Так обеспечивается наша сила. Кодекс Малаката — это и традиция, и закон в крепости. Нарушитель кодекса уплачивает цену крови. Кодекс — это неписанный закон. Орки во всех крепостях знают его наизусть, передают своим детям и чтут беспрекословно. Для чужака следовать ему несложно. Не воруй и не нападай ни на кого в крепости, иначе заплатишь золотом или кровью. Кодекс Малаката — это и традиция, и закон в крепостях. Нарушитель кодекса уплачивает цену крови. Орок Умурн и Нагруб будут слабаками по сравнению с тем сыном, которого я однажды рожу. Я коваль жена, а еще я управляю шахтой. В этой крепости почитают силу и когда только... рассветет, мы можем поторговаться. Как говорится, орк еще в утробе матери учится махать молотом. По традиции, мать обучает детей кузнечному ремеслу. Если у вождя есть вторая жена, ее называют коваль-женой. Именно поэтому. Иногда. Но орочий клинок — вещь очень личная. Гнев, сожаление, гордость — все это мы вкладываем в сталь. Когда моя дочь Лаш решила покинуть крепость, я выковала меч, чтобы напоить его моей болью и стыдом. Окажи мне честь услугой, чужак. Отдай клинок моей дочери, если встретишь ее. В нем все, что ей нужно знать. Спасибо. Ладно. Нужно что-то? До сих пор не оправился. Тебе нужна сталь? Поговори с моей коваль-женой, Горол. Почитают силу и только силу. До встречи.
Пусть твой клинок будет острым, а добыча свежей. Ну вот и все, значит. Она говорит, не возвращайся. Спасибо. Вот, прими от меня награду за уважение к просьбе матери. А теперь мне нужно побыть одной. Бейся славно.